Ну что ж, друзья, снова утро. Решил я добить это болото, которое сзади меня. Осталось мне пройти одну вот эту сторону. Посмотрю, солнышко светит немножко. Посмотрю, какие будут находки с этой стороны. И посмотрим, как зависит от частей света даже по компасу. Посмотрю, вот разные находки с разных сторон поля, болота. И сделаем какой-то вывод, с какой стороны света какие находки. Будет очень интересно, я думаю. Давайте смотреть дальше. Вот, друзья, южная сторона. И вот слушайте. Попалась мне вот такая какая-то, выключу сейчас. Большая такая железка, я в нее ткнул. То есть вот она. Посмотрим, что это такое. Ну, вроде повернулась. Будем надеяться, что что-то хорошее. Ведро. Титую. Ну ладно. Прикольно. Пусть будет ведро. Тоже неплохо. Отличная находочка. Такая вот железочка нашлась. Кругленькая, красивая, лежит сверху. Замечательно, такая забираю. Попалась цепочка. Тоже черным металлом звенит, да и все. Нормально, забираем. Ну вот, друзья, такая вот у меня интересная находочка. В ямке вот в такой. Здоровая железяка. Ну, я думаю, что это от трактора какая-то хрень отвалилась. Такая вот штука. Ладно, классно. Железяка. Мне тут попалась, чувствую ее. Не так глубоко, но вот тут лежит. Посмотрим, что это такое. Отсюда вижу. Вот такая железка попалась. Отлично. Наверху вот что-то такой лежало. Кусок цепи нашел. Сегодня металлолом у меня попадается немножко. Нашел я вот такую какую-то втулку, не втулку, большая, сапог пролазит. И железная такая штучка. Не знаю от чего, но берем. Ну, друзья, все-таки одна монетка мне попалась. 2 копейки, 70-й год. Класс, вообще супер. Забираю с собой. Вот посмотрите, какие две шикарные находки я нашел. Вот это да. Сразу вес прибавился. Берем с собой. Вот ролик я нашел. Наверное, тоже от трактора. Ну что ж, друзья, добил я это болото по периметру. Сегодня прошел. По кругу метров 15 от края болота. Ходить очень тяжело, все заросшее, пахано очень глубоко. Но болото мне дало свои результаты, я просто счастлив. Давайте посмотрим на сегодняшний результат. Ну и будем ждать, когда это поле может быть спашет. Ходить по нему очень тяжело, невозможно. Ладно, давайте посмотрим, что такие находки. Взвесил я, получилось 22 килограмма металлолома. Железячки большие. Лемех, две штуки, всякая мелочь. Ну, из более-менее приятных находок это вот 2 копеечки 70-го года. Они. Ну, и вот такая железка. Не знаю, может, это просто гвоздь. Все, друзья, спасибо, заходите в гости.